Сегодня в торгово-развлекательном центре «Экватор» дан старт республиканской благотворительной акции «В школу с добрым сердцем» Белорусского республиканского союза молодежи. В преддверии нового учебного года оказать поддержку и помощь тем, кто в этом нуждается немного больше, нежели остальные семьи – основная идея проекта. Много людей с добрыми сердцами, и которые, в принципе, хотели бы помочь другим людям, но не каждый, может быть, знает, как это сделать. Это возможность именно прикоснуться к судьбе ребенка, помочь этим детям. Ну, а для нас это, наверное, то минимальное, как я уже говорила, что мы можем дать детям. В рамках благотворительной акции волонтеры движения «Доброе сердце» собирают все необходимые канцелярские и спортивные принадлежности для детей из многодетных или неполных семей, ребят из детских интернатных учреждений, а также тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию и сегодня не может приобрести все самое нужное в школу в силу обстоятельств. Пытаемся донести людям, что это важно делать, это нужно делать, и что каждый имеет право и может помогать. Когда мы приносим эти подарки для деток, они, безусловно, кидаются в объятия и смеются, и плачут, и вообще все эмоции благодарят, безусловно, и родители благодарят. Главная задача – это привлечь общественность в том, что у нас есть такие дети, которым, в принципе, необходима помощь именно собраться в школу, то есть купить канцелярские товары. И, конечно же, развитие волонтерского движения, потому что, слава Богу, у нас есть молодежь, которая неравнодушна к этому движению. Они в свои каникулы отвлекаются на наш призыв и участвуют в таких мероприятиях. Хочется сказать и обратиться ко всем брестчанам и жителям Брестской области. Пожалуйста, если увидите наших волонтеров, пожалуйста, поучаствуйте в нашей акции. Потому что небольшим таким действием вы сделаете большое дело. Появление первых товаров в корзине долго ждать себя не заставило. Фломастеры, карандаши, яркие краски, пластилин, тетради и ластики. Здесь важно не количество, а душевность и отзывчивость брещан. Маленькое доброе дело с их стороны поможет почувствовать большую радость ребятишкам, которые придут в школу с новенькими принадлежностями. Волонтеры отмечают, количество неравнодушных горожан, готовых принять участие в благотворительном проекте, с каждым годом только увеличивается, а это радует. У меня у самой, как вы видите, сыночек, да, он тоже пойдет скоро в садик и в школу, ему все эти принадлежности понадобятся, и я понимаю, что есть семьи, детки, которые себе не могут этого позволить. Ну, поэтому решили немножко им помочь. Это не такие большие деньги, да, купить какие-то карандашики, там, фломастеры. Поэтому я думаю, что это может сделать каждый. Акция «В школу с добрым сердцем» продлится до 10 сентября еще в некоторых торговых объектах. А это значит, что шанс помочь детям настроиться на позитивный лад есть у каждого. Не проходите мимо.